Добрый день, дорогие мои друзья! Из сказки своей северной, самой сказочной, шлю я вам всем привет! И призываю всех принять участие в интернет-проекте «Расскажи о добрых людях». В мире так много людей, которые совершают добрые дела, помогают взрослым и малышам. И я точно знаю, что среди ваших знакомых есть тоже такие люди. И было бы мне интересно, чтобы вы о них рассказали. И героев самых лучших рассказов я именно приглашу к себе в гости. Надеюсь я, что в стороне вы не останетесь и примите участие. Жду от вас весточек. Российский Дед Мороз.